Около 6000 болельщиков примет сегодня Донецкий аэропорт. Испанцев и французов встречают их же полицейские. Высматривают, нет ли среди пассажиров футбольных хулиганов. Сергей Зленко продолжит. Пассажиры рейса Мадрид-Донецк заполнили аэропорт. Хавьер Гарсия среди всех выделяется колоритным головным убором. Это типичный головной убор северных испанцев. По-нашему называется цапелла. Хоакина Санчеса донецкой жарой не удивишь. Он живет в знойной южной провинции. Я и пять моих друзей приехали из Севильи. Надеемся, что испанцы пройдут отбор, и мы снова увидим победу нашей команды. За поведением испанцев в аэропорту приглядывают их земляки-полицейские. Хуан Абинахар, спецназовец, ему неоднократно приходилось иметь дело с футбольными болельщиками. Уверяют, жители Пиренейского полуострова поспокойнее англичан. В Испании не настолько много футбольных хулиганов, как в Англии. Стюарты первые, кто задерживает на стадионах самых невменяемых болельщиков. А потом они зовут нас на подмогу. И только тогда мы появляемся на футбольной арене. Прилету французских болельщиков готовятся и жандармы. От интервью отказываются. Все вопросы к нашему начальству. Благодаря зеленому коридору пассажиры рейса проходят таможенный контроль всего за 10 минут. С контрабандой никто не замечен. Как правило, гости Еврочемпионата везут домой только сувениры. Я думаю, забирают, наверное, только какие-то впечатления интересные, потому что мы не видим предметов каких-либо запрещенных. Болельщики, я думаю, вот, ну, мячики, да, такие сеточки с мячами евро, да, вот все едут с мячами. Сегодня Донецкий аэропорт примет почти 90 рейсов, которые доставят 6000 пассажиров. Сергей Зленко, Александр Грянко, телеканал «Донбасс».